Майами – город-курорт, расположенный на берегу Атлантического океана. Примерно в 40 милях от побережья проходят теплые течения Гольфстрим. Именно поэтому в Майами круглый год и даже зимой теплый океан и отличная солнечная погода. Пляжи полуострова Майами-Бич ежегодно принимают около 30 миллионов туристов со всего света. Но не только пляжный отдых привлекает сюда туристов и самих американцев Северных Штатов. В Майами есть множество развлечений на любой вкус и запрос. Майами – очень крутой город. Это была лучшая экскурсия. Но она еще не закончена. Нет, его увидим. Наши люди. Ну, отлично. Спасибо большое. Это было великолепно, это было потрясающе, и огромное тебе спасибо. Если вы заядлый рыбак или просто хотите хоть раз в жизни испытать удовольствие настоящей морской рыбалки на яхте, тогда непременно отправляйтесь на отдых в Майами. Вот он уже рядом. О, здесь выпрыгнул. Если вы приехали в Майами первый раз, не пропустите обзорные экскурсии по городу, на которых вам откроются современные спальные районы с каналами и множеством яхт. Исторический район Саус-Майами-Бич с его уникальным архитектурным стилем арт-деко конца 19 и начала 20 веков. Для любителей парков с животными здесь также есть разнообразный выбор. Вы сможете посетить такие парки, как Львиное сафари, океанариум, парк джунглей попугаев, остров обезьян, парк бабочек или огромный зоопарк. И его основателей, побываете в культурном центре современного Майами, проедете все самые красивые уголки и новостройки с небоскребами до небес. Переехав на материк вдоль порта, вы попадете в центральную часть города Майами, его финансовый центр Даунтаун. Побывайте в Южном парке, где сможете сделать фотографии на фоне самого эксклюзивного острова для богатых и знаменитых. Майами считают одним из лучших курортов в мире. Здесь вы сможете отдохнуть на знаменитых пляжах и насладиться разнообразием экскурсий. Что уж говорить, приезжайте и убедитесь сами.